Хейл, гейс, с вами Шимки, мы продолжаем родить его, скорее заканчивать игру под названием Кунг Фу Панда, так как мы уже, наш храм, он вторгся, вот этот, Тай Лун, он ворвался в наше здание, он разгромил там все, он напал на Шифу, и теперь, походу, встреча нас, герои, с ним. И как раз, да, походу, я в этой же серии покажу бонус, потому что серия будет маленькой. Ну, потому что здесь в основном только битва будет. Согласно легенде, когда все злодеи в Китае грабили окрестные деревеньки, а Тай Лунь сражался с Шифу за свиток дракона, пробил час для истинного героя. Всем известно, что истинному герою, чтобы выполнить свое предназначение, сперва нужно выдержать три тяжелейшие битвы. Со своими ошибками, со своими врагами и самим собой. Но нигде почему-то не говорится, насколько все эти сражения утомляют. Хотя я даже не уверен, слушай, может сейчас что-то придумают. А хотя нет, предначертание воина. Предначертание воина. А нет, все-таки, ребят, хотя... А, кажется, настало время открыть тебе то, что следовало сказать уже очень давно. Ладно. Секретный ингредиент в супе из секретных ингредиентов. Подойди поближе. Секретный ингредиент — это... Ничего. Погоди, погоди. Это самый обычный суп с лапшой? Ты не добавляешь никакой особой приправы? Незачем. Чтобы сделать нечто особенным, достаточно поверить, что оно особенное. Все в голове, сынок. Нет никакого секретного ингредиента. Наверное, в этом и есть смысл свитка. Я просто должен верить, что я воин-дракон. Я и есть воин-дракон. Папа, мне нужно отправляться во дворец на помощь мастеру Шифу. На помощь, сынок! Эй! Убери свои лапы от моего отца. Да уж! Я вижу семейное сходство. Это как, знаете, мультфильм его. Пу, я не твой отец. И все, знаете, такие, что правда? О, бля, такое я помню, был пиздец. Что нам нужно сделать? Спасите жителей деревни 8 потуши на огней. Погаси огонь, кидай в него бочонки с водой. Хорошо. О, я здесь! Понятно. А я нет. Освободи жителей деревни из клеток. Окей. Так, где там еще у нас огни горят? Это потрясающе! Нет, нет, только не туда, но я хотел туда попасть. Ну, извини, здоровяк, лавочка закрыта. Чего? Еще один шаг, панда, и тебе конец. Все, спасибо. А что, я потушить вот это вот не могу? А, могу. Так, еще земляные есть какие-то пожары? Нет. Босс. Тай Лунь получит свиток. Давай, босс. Ау. Прочь, дороги! Спасибо, Хо! Ай, спасибо, что спас меня, Пу. Отведай моего железа, панда! Ху!
все. Понимаете, сложности вообще никакой. Подождите, мне нужно... Панда, нет. Сначала тушим огонь. Так, все. Так. Опа, туда как-то можно попасть. А, туда я походу попаду все равно. Потому что мне там куда-то прокатиться нужно. С кораблей в нас стреляют огненными снарядами! А. Прикольно. Ладно. Повторим попытку. Если там будут какие-то мини-игры, то есть я быстренько посмотрю и просто буду ливать с них. А там все равно большая локация. О, жетон. Я вижу жетон. Использую баллисту, чтобы победить. Лезть. Как вылезти, алло? Давайте, если я сломаю, я жетон не заберу. А, ладно. Походу, у меня вариантов нету. Это был последний. Как выйти отсюда? А, мой мозг. Я такой тупой. Фу! Что ты делаешь? Мастер Шифу велел взять свиток и покинуть деревню! Но папа сказал, что в супе секретных ингредиентов нет никакого секретного ингредиента! Ну вот... Я думаю, что я и вправду воин дракон! Хорошо! Рад, что все в порядке! И что дальше, воин дракон? Мне надо возвращаться во дворец к мастеру Шифу! Ладно, тогда эти корабли будут проблемой. Корабли? Какие корабли? Да, теперь они будут проблемой. Точно, а? Надо спешить. Да теперь я понимаю то, что мне по факту не забрать ту хрень. Того, что я не смог отсюда выйти, видите ли. Можно... Вот мне показатель, ладно. А, подожди. Да, снова на ее. Из-за того, что я не мог выйти оттуда, я... Ну блин, а. Давайте я как-то попытаюсь сдохнуть. Все, пожалуйста, убейте меня по-быстрому. Мне интересно, куда я начну. Ну хотя, если свиток был нарисован, значит оттуда. Бля,
заново смотреть, серьезно. О, что ты делаешь? Мастер Шифу велел взять свиток и покинуть деревню. Но папа сказал, что в супе секретных ингредиентов я нет никакого секретного ингредиента. Ну, блин, надеюсь, лодка тогда там восстановилась. Скажите, что да, пожалуйста. Ну, вот, я думаю, что я и вправду воин дракон. Буду надеяться. Хорошо. Рад, что все в порядке. Я сейчас буду надеяться. И что дальше, воин дракон? Мне надо возвращаться во дворец к мастеру Шифу. Ладно. Тогда эти корабли будут проблемой. Корабли? Хотя я смогу просто какие заново корабли? Начать, быстро до сюда дойти и закончить. Точно, а? Блин. Надо спешить. Ладно, сейчас что-то придумаем. Ну, такой бред на самом деле. Что я просрал. То, что я просрал этот момент. А? Я просрал момент. Все, гг. Конец был близок, пока не появился ты. Ага. Конец мне, потому что я понимаю, что я сейчас буду делать. И правильно от этого слова конец. А, не тонет, ладно, тогда нормально. А, туда вообще эти доски едут, да? Сейчас запрыгнем на доску. Монетки я не вижу смысла собирать, поэтому... Просто едем. А, все равно не доезжает. Фак. Понимаете, это все равно бредятина, мне не достать монетку. Как бы я не хотел, честно. Мне придется потом отдельно переигрывать это все дело. Ладно. О да, приготовься услышать гром, потому что избранный пересек реку. Уху, да, точно. Привет, я тут просто, ну, собираю ци. Да, хорошая идея. Макака. О, путь ко дворцу уничтожен. Я расчищу тебе другую дорогу за водонапорной башней. Водонапорная башня? Эй, мы можем ее использовать, чтобы потопить оба корабля. Раз, два, бум, и готово. Неплохо. Ладно, встречаемся по моему сигналу. Сперва я должен заняться лучниками. Какими лучниками? Но как это? Теперь я макаки чем играю? Коего. Макака. Блин, жалко, что я за всех не могу поиграть. Так, барабаны. А, я уже все сделал. Ладно, смысла нету. Вниз прыгать, да? Да. Это я для по сделал.
черта? О, да! Приготовься услышать гром, потому что избранный пересек реку. У-ху! Да, точно! Привет. Это не скипается. Я тут просто, ну, собираю ци. Да, хорошая идея. О, путь ко дворцу уничтожен. Я расчищу тебе другую дорогу. За водонапорной башней. Водонапорная башня? Эй, мы можем ее использовать, чтобы потопить оба корабля. Раз, два, бум, и готово. Неплохо. Ладно, встречаемся по моему сигналу. Сперва я должен заняться лучниками. Какими лучниками? Фу, мне же горит. Как это? Как бы там я лучник попал? То есть с тем парнишами все равно нужно будет поговорить. Плюс при этом я могу туда спуститься. Волки повсюду! Понятно. Поняли, ребят, волки повсюду. Волки повсюду. Может, тогда мне с ними не драться, а просто бежать. Просто делаем мост. Ляпо. Просто волк стоит, смотрит. Что это было? Поздравляю! Спасибо. Диндон. Так, ну туда да, можно. О, здесь не так уж весело. Что происходит? Его просто телепортируют. А, подожди. О, уже здесь. Да по вообще все равно, мне кажется. Он просто бегает и от одного удара всех выносит. По, здесь не так уж весело. Чего? Это монетка, меня же дразнит. Смотри, какая монетка. Ни хера не понял. Ясно, просто тогда просто не попал. Если так будет долго серия, уже 20 минут, то я быстрее уже закончу на этом. А, мартышка, дай мне ударить. Готово. О, разносили. По. О. По, мы справились? По.
Сейчас придет бой! Да боже, да? Все. Что? Я упустил. Я просто не думал, что ЮТЭ будет. Ладно. Сразу на мушку переходим. ЮТЭ. Да ёлки-палки. Раз. Два. 4, 6, 4. Готово. Там домики стоят. Там потоп их не унесет. Ну ладно вам, не бросайте меня тут, мастер обезьяна. Неплохо, По. Неплохо. Неплохо, неплохо, пацаны. Серьезно? Ну, тогда всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.